Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы сегодня вместе с моим зятем Бетом отправляемся ловить рыбу, в частности хищника, на каяк. Жар, холод, жар, холод. Это все русская баня на дрова. Традиционно русское времяпрепровождение в хорошей компании становится все более популярным. За хорошими эмоциями и хорошей парилкой все к нам. Мы уверены, что сможем по-хорошему удивить даже самых взыскательных ценителей банного отдыха. После посещения парилки вы можете продолжить водные процедуры в бассейне с бодрящей, холодной водой, посмотреть трансляции любимых телепрограмм, спеть песню в караоке, поиграть в бильярд.